Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я буду готовить крем Бавария. Это очень вкусный крем, нежный, на основе жирных сливок. Для этого мне понадобится черный шоколад, молоко, яичные желтки, ванильный сахар, желатин, сахар, соль и сливки 33% жирности. Для соуса я беру молоко, соль и нагреваю до кипения. Отдельно смешиваю желтки с сахаром. Желтки я уже пересыпал в другую чашу и добавляю сахар. Отдельно я замачиваю быстрорастворимый желатин в холодной воде. К желткам и сахару я добавляю немного ванильного сахара. И аккуратно перемешиваю. Желтки и сахар я размешиваю слегка, но не взбиваю. Шоколад я растоплю в микроволновой печи. Молоко закипело, и я его медленно вливаю в яичную смесь. Быстро перемешиваю. Желатин хорошо увеличился в размере, разбухает. Я пока процеживаю желтки обратно в кастрюльку через сито. Я поставил молочно-яичную смесь на огонь и непрерывно помешиваю. Смесь со временем начнет загустевать. Температура смеси не должна превышать 84-85 градусов. Когда смесь загустеет так, что на ложке останется бороздка, после того, как мы проведем по ней пальчиком, соус будет готов. Соус для крема Бавария уже готов. Он прекрасно загустел, имеет замечательную шелковистую текстуру. Шоколад уже растапливается в микроволновочке. Шоколад прекрасно темперировался. Он уже жидкий, красивый. И я в шоколад добавляю соус и перемешиваю. Смесь шоколада и соуса прекрасно перемешана. Теперь я беру сливки 33% жирности и взбиваю их. Они очень хорошо охлаждены до температуры 5 градусов. Густые, очень вкусные. Сливки я начинаю взбивать до мягких устойчивых пиков. Сливки уже почти взбились. Смотрите. Это еще слишком нежная консистенция, но нужно еще совсем чуть-чуть, потому что для того, чтобы крем Бавария был нежным, идеальным и божественно вкусным, нам нужно совсем чуть-чуть их еще загустить, не больше. Сливки я уже взбил. Посмотрите, у них очень мягкие пики, но они держатся. Текстура самая восхитительная. Мягусенькие. Соус и растопленный шоколад у нас достигли температуры около 40 градусов. Я добавляю сюда желатин
у которого температура около 30 градусов, и хорошенечко размешиваю. Яичный соус, шоколад, черный горький шоколад и желатин прекрасно соединились. Температура 35-40 градусов, возможно даже меньше. Теперь я сюда буду потихонечку добавлять взбитые сливки и перемешивать. Нужно работать очень быстро, потому что желатин начнет сразу застывать. Перемешиваем снизу вверх и прокручиваем нашу емкость. Вот так. Сливки взбиты прекрасно, не перебиты, поэтому крем Бавария будет очень нежным и воздушным. Это будет тот крем Бавария, который настоящий идеальный крем в самых классических и нежных рецептах. Работаем очень быстро, не отвлекаемся. Посмотрите, текстура очень легкая. Видно элегантность самого крема. Даже уже взглядом оценивается воздушность сливок, превосходное качество нашего яичного соуса. Это настоящий шедевр. Вот так. Можно вымешивать до однородности, если вы любите красивую гамму цветов, легкая мозаика от белых сливок и шоколада тоже будет радовать глаз своим узором. Итак, мы приготовили настоящий восхитительный нежный крем Бавария с шоколадом. Это божественно. И самое важное. Этот крем Бавария у нас входит в бисквит. Вот так. Прекрасный, восхитительно нежный, воздушный, шоколадный крем Бавария готов. Я его использовал в бисквите. Это самый лучший крем для самого лучшего бисквита. И помните, друзья, кухня – это самое спокойное место. Всем приятного аппетита!